Друзья, и перед самым выходом из аэропорта находятся операторы, где можно купить симку для того, чтобы у вас был мобильный интернет. Значит, есть Orange, есть Vodafone и есть Etisalat. Еще какой-то оператор. Смотрите, в прошлый раз, когда я ездил в Египет, я покупал Vodafone. На этот раз я взял Orange, потому что интернет появляется сразу. Смотрите, значит, по цене стандартный тариф Orange 16 гигабайт стоит $10. Можно установить приложение из Google Play, и там вы будете видеть количество гигабайт, которые есть у вас в этом тарифе. Но в чем интересно, то что там эти количество гигабайт почему-то разбиты 4 по 4 гигабайта. Надеюсь, это все как бы реально, что 4 по 4, а не просто 4 вместо 16 гигабайт на $10. В общем, посмотрим дальше, что это такое, как бы, как оно работает. И Vodafone. Vodafone, по-моему, чуть-чуть дороже. И Etisalat тоже мобильный оператор связи. Смотрите, у него минимальный тариф $10, 16 гигабайт, как и в Orange. А Vodafone $10, 10 гигабайт, по-моему, минимальный тариф. В общем, смотрите, все это я пофотографировал. Фотографии будут, естественно, на форуме туристов в группе Facebook. То есть ссылочка будет в видео, в описании этого видео будет ссылочка на фотографии с тарифами актуальными на сейчас, именно ноябрь 2020, я думаю, и декабрь, и еще последующие месяца тот самый тариф будет держаться. Так что переходите по ссылочке в описании, там я эти все фотографии в группе Facebook, естественно, для вас размещу. Ну и мы выходим с аэропорта для того, чтобы отправиться на трансфере в отель.